Всем здравствуйте! Давайте сейчас посмотрим, что женщина думает о вас. Или что девушка о вас думает, что женщина. Загадывайте, что она о вас думает. Что она о вас думает? Будут три позиции. Что она о вас думает? Что она чувствует к вам? И будет ли она действовать? Загадывайте. Первая, вторая, третья позиция. Смотрим первую позицию. Что она думает о вас? Она думает, что вы не настроены серьезно. Она думает, что вы относитесь очень легко к вашим отношениям или вообще к жизни, к семье. Вы относитесь к семейным отношениям очень легко. Не хотите себя обременять. Вот так бы. Она думает вот так вот. Возможно, вы только познакомились или давно знаете друг друга. Здесь вот неважно. Она просто думает, что вы не для семьи. Вы такой завоеватель, победитель, приехал-уехал, приехал, повстречался, пообщался, там, да, насладился и уехал. Как вот поехал по своим делам дальше, своей жизни жить. Как бы у вас своя жизнь, а у нее своя. Она думает о том, что вы для серьезных отношений не готовы еще. Вот. Не для семьи, не для семьи, она думает. Что же она чувствует к вам? Ей хорошо с вами, она чувствует. Ей очень с вами хорошо. Ей хорошо с вами и приятно, когда вы рядом, когда вы вместе, когда вы общаетесь, когда вы встречаетесь, когда вы проводите время вместе. Ей очень нравится интимная ваша близость. Если она есть, да, прикосновение вот этого, то, что как вы приезжаете, ей очень-очень нравится. В чувствах у нее есть к вам сексуальный такой интерес. И в то же время чувство есть. Ей очень нравится быть с вами. Ей нравится то ощущение, когда вот она с вами, как она себя с вами чувствует. То, что вот вы ей дарите это ощущение, это очень нравится и очень комфортно. Вот, в общем, ей нравится получать с вами удовольствие. Здесь так. Будет ли она действовать в течение двух недель? Да, возможно, она будет действовать. Она будет давать вам шансы для того, чтобы вы приехали к ней и чтобы вы получили удовольствие. Вот. Здесь так. Смотрим. Вторая позиция. Ее мысли. Что она думает о вас? Ну, знаете, она думает, что... Так, сейчас уточню. Не знаю, она думает о вас как о каком-то шансе, что все изменится, что может сдвинуться вот при общении с вами, да, что жизнь начнет двигаться. То есть сейчас она как-то не может действовать, у нее что-то не получается, не выходит. И вот что вы, это вот шанс к движению, то, что вот вы начнете общаться, что-то там вот будет происходить в ее жизни. В общем, ее жизнь начнет меняться, что вы ее можете многому научить. Что вы будете двигать ее жизнь, в общем, что, может, да, здесь как-то вот обучение, она как-то может посмотреть, вы можете научить ее смотреть на мир по-другому, вы можете расширить ее границы, какие-то возможности она в вас видит. Вот она думает о вас как о возможности, как о шансе, как о, знаете, как вот чтобы изменить свою жизнь. Вы шанс, чтобы изменить ее жизнь, да, вы многого можете ее научить. Что она чувствует к вам? О, ну здесь она чувствует, знаете, как будто вы ее предали, как будто вы ее, ну, знаете, как будто вы ее обидели, предали, и вы расстались. У нее как-то разбитые чувства, ей очень, по чувствам ей очень плохо и неприятно. Как будто вы ее обманули и предали, как будто вы ее обманули и что-то ей не дали, что-то не получила от вас. Она не получила.
получила от вас взаимности, скорее всего, как-то вот любви, взаимности, то, что она хотела. Она хотела от вас чувств, эмоций, и вот она от этого не получила от вас. И вообще у нее у самой есть чувства к вам, но у нее как-то к вам, вот она смотрит на вас как на перспективу, у нее нету таких чувств, у нее интерес к вам, у нее к вам интерес. Она хотела бы от вас огромных чувств и признания, что вы в нее были влюблены. Этого нету, она расстроена, ей это не нравится. А любви как таковой нету, заинтересованность есть. Ну, возможно, вы только встречаетесь, возможно, вы только начали общаться, поэтому здесь до чувств еще не дошло. Это смотрите сами. Так, действовать будет она в течение 2 недель. Ну, и знаете, здесь она строит планы, конечно, чтобы действовать, чтобы как-то планомерно, по плану, как-то пошагово, маленькими-маленькими шажками, возможно, может, будет действовать. Но не факт, потому что здесь очень-очень медленное размышление, очень-очень все медленно-медленно. Не факт, что будет развиваться, если будет, то прям вот... Да, только под самый конец этих 2 недель, то она, знаете, как будет действовать? Она будет действовать так, чтобы от вас действие получить. Она вас как-то будет провоцировать, она вас как-то будет давать вам возможность, чтобы вы действовали. Понимаете, создавать такие обстоятельства, как-то вы действовали, не она. Вот. Спасибо, второй вариант. Смотрим третий вариант. Что она думает о вас? Она думает переходить с вами на новый уровень или заканчивать отношения, заканчивать общение, возможно, если у вас нет отношений. Она думает или общаться с вами дальше, продолжать, да, как-то переходить на новый уровень, более такой высокий, да. Если вы общаетесь, то уже как-то встречаться, может, на свидание ходить, да. Или если вы встречаетесь, то как-то, может быть, жить вместе, да. И время больше вместе проводить, выходные, то есть, или там съезжаться уже. Ну, как-то новый уровень, новый этап. Возможно, если семья уже, то ребенка родить. То есть, как-то вот перейти на новый уровень. Дом какой-то купить, что-то, да, знаете. Ну, или просто уже все разрушать, уже все просто. Хватит заканчивать эти отношения. Она вот колеблется, она не знает, в какую сторону. Как, она вот об этом думает. То ли дальше продолжать, то ли нет. То ли дальше продолжать, то ли нет. И вот это вот ее прям туда-сюда ее колбасит. Так, что она чувствует к вам? Чувствует-то что у нее? Чувство у нее есть к вам. Чувство у нее есть, да. Она в вас влюблена, она чувствует к вам нежность, заботу. Ей с вами хорошо. Романтичные такие чувства, нежные, хорошие чувства. Влюбленность, любовь есть, да. И притом стабильное это, эти чувства стабильны. Поэтому-то ей тяжело сделать выбор. Возможно, вы там что-то куролесите или что-то выкинули. А вот она поэтому и думает в голове, что же делать-то, как это все поменять. Возможно, она хочет как-то изменить ваши отношения, перевести на новый уровень, да? Но она не знает как. Возможно, вот это вот не закончить отношения, да, с вами, ну... Скорее всего, закончит. Но для некоторых проиграется, как не закончить отношения, а как-то вот перевести это все на новый уровень. Просто не знает, каким способом это сделать, разрушительным или как-то вот более благоприятным, более мягко это сделать. То есть в любом случае тут человек хочет как-то изменить всю ситуацию, чтобы было по-другому, не так, как раньше. Все изменить другую, ну как, все изменить, чтобы было не так, как раньше, по-другому все. Чувство есть, да. Стабильно чувство к вам, эмоции испытывает, очень приятные, хорошие. Вы ей внешне очень нравитесь. И да, чувства есть. Кубки, видите? И романтика, ей нравится и встречаться, ну, как вот общаться, сидеть, поговорить вот так вот, друг друга там потрогать руками, там, то, что прикосновение, это тоже важно. Будет ли она действовать в течение 2 недель? Но она здесь может, да, она может резко принять решение. Резко при том принять решение. Может даже об этом потом пожалеть, а может и нет. Кстати, здесь какое-то резкое решение она примет.
Ну, ей тяжело принимать решение. Она все-таки так же и будет из двух вариантов сомневаться. Но, возможно, да, за эти 2 недели кто-то и примет решение. Она примет решение насчет себя, что-то там. Что пора что-то менять. Какое-то решение, в общем, сейчас я не могу сказать, потому что здесь много вариантов. Какое-то решение она примет и начнет действовать. Решение будет принято. Скорее всего, она начнет действовать не в течение 2 недель. В течение 2 недель она примет решение. В течение 3 она будет мечтать и планировать, да, в течение 4 она начнет уже действовать. Здесь не знаю, вашу сторону или нет, но скорее всего в вашу сторону. А вы-то хотите действовать сами? Вы сами хотите действовать или вы хотите сделать из нее любовницу? Или у вас кто-то есть? Вы сами-то достойны женщины этой? Или может быть лучше ее отпустить? И пусть она будет счастлива другим мужчинам. Непонятно. Так, ну это вам решать, да? Вам решать, потому что здесь между вами тоже какие-то непонятки. Здесь много чего надо выяснить, поговорить, обсудить, да? Как дальше будет ваша жизнь складываться, как вы хотите. Как она хочет, как вы хотите, да? Дальше сами будете планировать, потому что здесь потом варианты расходятся, много всего разного. В общем, спасибо, троечки, мы все посмотрели. Всех люблю, всех целую. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.